Хотите ваше школьное прозвище угадать? Угадайте. Кот? Нет. Его не было как такового. У сына прозвище «Кот» школьное. Первая и самая важная цифра. У Михаила Катюкова 4 ребенка и 1 жена. Про личное больше не будем, теперь о цифрах, от которых зависит наша жизнь. 10-й по счету руководитель Красноярского края в должности временно исполняющего обязанности уже 138 дней. За это время, как новостям ТВК рассказали коллеги Катюкова, у него был один выходной. Глава края успел посетить 11 территорий, начал с Кежемского района. Главная проблема там – разбитая дорога до краевого центра. Я знаю, многие писали, чтобы я приехал на машине. Да. Вряд ли я на ней же уехал бы обратно. После были Овсянка, Идринский район, Назарово, Дивногорск, Минусинск, Бирюса, Норильск, Железногорск, Канский и Манский районы. Всего за время работы не только в районах, но и в Красноярске Катюков успел провести 38 встреч с жителями, трудовыми коллективами, молодежью и семьями участников СВО. Активен в РИО губернатора и онлайн. Сразу после вступления на должность Катюков заводит страницы в соцсетях. На сегодняшний день в Одноклассниках у него 3931 подписчик, во ВКонтакте 19306, в Телеграм 54555. К слову, свою жизнь в Телеграме Михаил Михайлович начал с популярного там формата кружочков. Я имею возможность сегодня быть вместе с вами. Мне очень важны ваши идеи и ваша обратная связь. Поэтому комментарии в Телеграм-канале всегда будут открыты для вас. Всего за 4 месяца в Телеграм-канале в РИО губернатора, помимо других постов, будет 16 видеосообщений. И действительно, комментарии под ними открыты. Как рассказали в краевом правительстве, в соцсетях зарегистрировано 12 908 обращений граждан. Утверждают, каждая из них обработана Центром управления региона. Алена Кузнецова, новости ТВК.